На моем личном канале, который находится по ссылке в описании, очень много разных шоу и роликов, которые обязательно заставят вас задуматься, так что буду рад вас видеть. А если понравится, обязательно подпишитесь по ссылке в описании. Спасибо большое. Во сколько вам будет удобней? Да, хорошо, кто-нибудь будет в 4:30. Вас пустят. Хорошо. Думаете, уложитесь в полчаса? Круто. Да. Хорошо. Спасибо большое, Энтони. Спасибо, пока. Кто это был? А, это электрик. Ему просто нужно кое-что перемонтировать. Я не знал, что в магазин нужен электрик. Нам нужен электрик? А, нет, это не для магазина. Это для моего дома. Там пару вещей сделать. То есть это сейчас был личный звонок? Да, но он был на секунд 30. Я 30 секунд говорю по телефону. Не, об этом мы позже поговорим. Сейчас речь идет только про воровство. Про что? Про воровство. Ты использовал ручку компании, написав личную заметку чернилами компании. Это воровство. Это не кража, я просто заметку написал. Да, это одно и то же, если бы я не знаю. Взял из кассы 200 баксов, засунул себе в карман и просто бы пошел. Вот то же самое. Серьезно? Вот прям серьезно? Вот это вот одно и то же? Да, технически это кража. Если ты только не собираешься вернуть чернила обратно там, где они и были. Это то, что ты хочешь, чтобы я сделал. Я попробую сделать, я верну чернила. Возвращайтесь в ручку. Я считаю, что я прав. Я же прав. Нет, не работает, не знаю почему. Я считаю, что если не получается у тебя этого сделать, то технически это кража. Признай. Я не буду этого признавать. Скажи, что ты вор. Не буду. Скажи, что ты вор. Я не вор. Ты что делаешь? Я вор. Вау. Вау. Поверить не могу. Я вор. Поверить не могу. А перевел и озвучил виски. Ага.